Чистая питьевая вода пациентам больницы жизненно необходима. Ее количество и режим употребления назначает врач. Индивидуально, в зависимости от диагноза. Волонтерский центр «Единая Россия» регулярно оказывает гуманитарную помощь медицинским учреждениям. В период пандемии поставки воды должны быть бесперебойными. В коронавирусе мы работаем с апреля месяца, и за все это время нас снабжают питьевой водой наших пациентов и медработников. Конечно, важность питьевого режима в борьбе с вирусной инфекцией неоценима, так как пациенты большое количество препаратов принимают, необходимо обеспечить четкий питьевой режим. Сейчас посещение пациентов и контакты с родственниками ограничены, так что всем необходимым пациентов обеспечивает медицинское учреждение. Питьевая вода – большое подспорье, говорят врачи. Вода нужна для пациентов, потому что пациенты сейчас все находятся по палатам. В мирное время они все кушали в столовой, соответственно, как бы на этажах были небольшие для них столовые. Сейчас в связи с эпидемиологической безопасностью пациенты из палат не выходят, и, соответственно, поэтому как бы бутилированная вода для них сейчас выход. Одной полуторалитровой бутылки хватает человеку на сутки. В 45-ю больницу Звенигорода волонтеры доставили их более 1000. По мере необходимости активисты поставят следующую партию примерно через месяц. Сегодня мы привезли 1,5 тонны воды. Воды, которую партия «Единая Россия» договорилась с предприятием «Черноголовка», которое выпускает воду питьевую, для того, чтобы привезти сюда на нужды больных этой больницы. Я думаю, в преддверии Нового года это пригодится все и будет необходимо для 45-й больницы. До Нового года партийцы планируют успеть провести еще несколько гуманитарных акций и доставить в 45 крупных стационаров региона более 118 тысяч бутылок. 45-я больница Звенигорода в ближайшее время нуждаться в воде не будет. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».